Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, уважаемые подписчики, всем привет, меня зовут Ведьмак. Продолжаем играть в ремастер Darksiders под названием War Master Edition. И между сериями я собрал себе последние осколки доспеха бездны, вот он перед вами, такой брутальный, закованный в броню война. Я считаю это круто. Поэтому... Все, что хотел собрать, я собрал. Я так считаю. Иди нахрен. Вот сволочь. Вы что, охренели? Но как-то не особо, на самом деле, помогает эта броня. В принципе, на этой сложности. Типа, какой-то урон, наверное, дефит, но не слишком много. А сегодня мы с вами будем собирать осколки вот этой вот хреновины, которая называется Меч Армагеддона. Ну, хрень такая вот. Бесполезная. Не знаю даже, для чего она нужна. По названию абсолютно не поймешь, что это за меч. Так. Как-то вот так вот надо присобачиться сюда. И вот он, один из осколков у нас находится здесь. В затопленном пути. Это третий осколок, который я уже нашел. Осталось еще 4. И, в принципе, можно будет двигаться дальше по сюжету. Так, теперь надо бы с вами вернуться к Вульгриму. Как бы это вот так вот сделать, чтобы еще и пехом не пришлось плыть. Ага. Размечтался один такой. Да, еще я между сериями повстречал скелета местного в шляпе, цилиндре и с тросточкой. Зовут его Wicked Кей, и его можно повстречать в 4 локациях этого мира. В первой игре, во второй тоже игре он есть. Вот, если его победить, за него дают 1000 душ. Я не туда заехал. В общем-то, я его победил. Или 2000, я не помню, что там за него дают. Но они существенные, в принципе, цифры на текущем уровне прокачки. Идите нахрен. Вот конченые, вот все-таки обязательно подсрачник мне дадут. Ну, с каждый раз с ними воевать, это тоже несерьезно. Поэтому я просто скачу. Получи, просто так, потому что я могу. Кто-то сдох. Возможно, я ворона сбил случайно. Едем дальше. Давайте, например, сюда. Я не помню точно, где находятся все осколки. Сейчас будем искать. Еще раз походил по локациям, немножко пособирал всяких ништяков. У меня увеличилось здоровье на единичку, увеличилась ярость на единичку. Блин, на 2 даже. Короче говоря, вот столько у меня теперь здоровья и ярость. Ну, явно не хватает, по-моему, туда еще можно 2 черепучки заткнуть и 2 сердца ярости. Может быть, а может быть нет. Но, если честно, собирать все, весь лут этой игре мне просто не лень. Не люблю этим заниматься. Пройти мы ее пройдем и так. А перфекционизмом страдать, но это только если вам ачивки нравится собирать. Ачивки в Steam, по-моему, самое вообще бесполезное, что существует на свете. Суховейная дорога. А, ну, кстати, в принципе, осколок-то показывается на карте, поэтому не проблема будет его сейчас достать. Эй. Эй! Оно же должно так работать, нет? Странно. Эй, хрен с тобой. Зато с доставкой на дом сразу сюда он закинул. Чтобы я не парился. Оп. Биться будем сейчас. This is no ambush, horseman. I come alone. I, Uriel of the Hellguard, champion of the White City, call you, horseman, to next sacramentum. Fool. I lay claim to your life before the Creator. Will you dishonor this law as well? Why? Because Abaddon said you understood honor. And because he was the best of us. The death oath cannot be broken until one falls by the hand of the other. I accept. Как видите, в роликах броня осталась старая. Я в блоке вообще-то стоял. Потому что ролики все пререндерены, в отличие от
Ты меня бесишь. Я просто буду тебя спамить и все. Даже париться не хочу на тему там ворачиваться, вот это вот. Что-то там пытаться блокировать. Пошла ты нахрен. Это тебя не спасет. Твое электричество. А вот это вот уже полная хрень какая-то. Я хоть дамаг-то и наношу. А вот теперь скажи привет моему маленькому другу. Где ты там? Туда иди. Не знаю, правда, хватит ли мне одной формы, чтобы ее вшатать. Да ты охренела там, что ли? Вот она долго убивается, пипец. По-моему, я не дамажусь ее, да, вообще? Это тебя не спасет, опять же. Но пока что она что-то не отъезжает. Опять это говно, ну. Скучно, Зи. У меня, кстати, кончилась уже мана, моя ярость. Ну и чё, я по ней попасть не могу? Она меня сейчас еще вшатает. Это будет смешно. Ой. Получи. Впечатал. Sacramentum is mine. I decide when the angel dies, not you. You swore an oath to me. Abaddon is the destroyer. Liar! To protect you, he kept you from the truth. You pledged to follow your lord into hell, never knowing what awaited you, or what he would become. Abaddon. He was betrayed and became the enemy of all creation. I've been to the tree. Its gift was truth. And I share it with you now. Remember the death oath. Soon it must be fulfilled. Полетел на своем джетпаке. И у них крылья, я так понимаю, для красоты больше. Потому что они ими не пользуются в прямом смысле. Такой вот файт был. Я просто ее заспамил атаками, потому что у меня дофига хп, куча маны для брони. Сама броня бездны. Да еще и меч чудовищный. Так что даже сложность, в принципе, здесь не играет никакой роли. Все, здесь мы закончили. Можем возвращаться, только я не туда пошел. Со своего копытного животного. Что у нас, кстати, у Вульгримыча? Только у меня денег. Артефакты я обменял. Я хочу каменную кожу 4 уровня, но для нее нужно 8000. Едем дальше. Давайте, наверное, сюда съедем, чтобы закончить с верхней частью карты. Да, в некоторых из змеиных нор действительно были сундуки, я их забрал. Сейчас там уже ничего нет. Ну, все это я показывать не буду, наверное. Я еще на самом деле не монтировал вот этот вот ролик, который у меня получился со сбором осколков, со сражением с скелетами. Там я еще бегал, собирал другие ништяки, не знаю, что туда войдет. Буду монтировать после того, как запишу эту серию. Оп. А где?
пещеры, я не понял. Я на месте? Я там, где нужно. В пепельных землях вроде бы, да? Осколок клинка Армагеддона. А где он? А где он? Ладно, давайте. А, я вспомнил, где он находится. Сейчас мы туда отправимся. Заводи свой огненный драндулет. Вот он здесь находится. Я сюда уже пару раз приходил. Но оба раза, по-моему, было бессмысленно. Тут надо поюзать эту маску, чтобы увидеть невидимые бомбы. Видите, их нет как бы. А они хобана и есть. Да, иди. Бомбочка. Ах, ее же еще взорвать надо точно. Почему, кстати, из пульки ее взорвать нельзя? Хотелось бы знать. Можно не привязывать, можно просто поюзать, не? Не вариант. Ой, ну такая темная харя в этом капюшоне. Я же привязал ее, не? Почему? Особенно прикольно эта броня смотрится именно в сочетании с маской теней. Такой вообще прям терминатор. Жаль, у меня в Вове нет таких доспехов. Кто здесь? Никого, судя по всему. Включу маску. Скорее всего, без маски мы этот осколок все равно не увидим. Темное зрение. Обязательно было делать эту дурацкую винтовую лестницу наверх. Еще и притянуться сюда надо. Ну что за отстой? Да ну сколько можно подниматься-то? Зачем так высоко строить? Демоны, вы че? Вот дай мне эту штучку. А, ну да, все осколки же Абадон спрятал в царстве теней. Поэтому логично, что без этой маски мы, в принципе, не сможем их увидеть. Так, нет здесь никаких ништячочков, которые можно собрать. Нет, тогда давайте попробуем пафосно спрыгнуть отсюда сверху вниз. Бэм! Все, ехаем обратно. Такое вот повторное посещение уже пройденных локаций. Я вот не помню, что будет после этого. Сразу мы отправимся бить финального босса или еще нет. Мне как-то не набирается просто душ на каменную кожу 4 уровня. Если что, прокачка вся, она недоступна полностью в первом прохождении. То есть, чтобы все прокачать, что хотелось бы, здесь нужно или очень сильно задротски фармить мобов, ну, либо начинать новую игру плюс. То есть, можно, наверное, и пофармить, в принципе, мобы-то здесь ресаются. И настолько я еще не упоролся. Так, я туда хоть телепортировался? Что-то я не глядя ткнул в карту. Тыгдым, тыгдым. А вон и нужная нам хренота. Только я не помню, как туда добраться. Чё встал, коняга? Шел отсюда. А почему я не могу здесь перепрыгнуть? Да откуда ж вы беретесь-то, ну? На мою голову. Какая-то муть здесь. Как туда попасть? Смотри, ребята, мешают. Сосредоточиться на задании. Придется их убить.
Пошли вон. Я убью вас. Да ты сдохнешь сегодня. Чего? Еще даже подлечиться успел. Ням-ням-ням. Как попасть туда? Расскажите мне, пожалуйста. Я вот постоянно, сколько помню, играю, вот, на этом моменте всегда тупил, потому что не очень понятно, не очень очевидно, как туда попасть. Может быть, через низ как-то? Да, вроде бы там внутри здания. Есть какие-то штуки, которые видно только мне. Пидорку потоварим немножечко. Долго ты закрываться будешь, мудень? Можно даже их и не отоваривать. В принципе, они не особо не мешают. А вот здесь вопрос, что мы будем делать дальше. А здесь нам нужно бабахнуть. А чтобы бабахнуть, нам нужна вот эта штука. Спокойно. Спокойно. Сочетание нужно всех приемов войны, чтобы попасть сюда. Там кто-то уже заспавнился опять. О. Камень жизни. Это только один. Где еще три надо быть, я вообще без понятия. Мне лень искать. Поэтому, скорее всего, я их не соберу. Куда дальше? Куда? На муда. Так. Вроде как наверх надо попасть. Значит, что для этого сделать? А, ну единственное, что телепортом не надо пользоваться, по-моему, для попадания наверх, но это такое себе. Чё-то я не догнал. Товарищи, этих отправим обратно в ад, чтобы они не мешались. Будем думать. Что же тут сделать такого? Какой-то закуток бесполезный. Подожди, я же... В темном зрении. А, его наоборот не видно было. Странно. Странненько. Тут у вас... Ой... Чё делать? Вижу, что здесь подъемник, но он сверху. Тупинг. Тупинг Иванович. Ну, сильно сомневаюсь, что мне это дерево поможет. Что делать-то? Вниз прыгать? Это бессмысленно, по-моему. Глаза уже болят от этого зрения темного. Ну, слезь уже. Чё за дичь?
ли не отсюда надо попадать? Для чего? А, все, господи. Ну, сори, я упорот после работы вообще не соображаю, блин. Так вот надо делать. А нахер бы ты не сходил, дядя? Нет, не сходил бы. Я понял. Не попал. Гнида. Вырони уже этот щит, быдло. Эйд, пошел вращать барабан. Твали, козел. Я пока возьму эту хрень. Не знаю, что там. Эх, байда. Расходничек. Отдыхай. Упырь. Где мой ништяк? Включаем. Без этого никак. Ой-ой-ой. Они пошли бы вы нахрен. Думаете, я сам биться что ли буду? Я что, псих? Совсем. Если здесь ничего полезного нет, я, пожалуй, пойду. Да я понял, понял. Последний кусочек остался. Его с ума сходят. Бешеные женщины. Нет, сюда даже залететь нельзя. Ну тогда я поехал. Только, по-моему, не туда поехал немножко. Так, и последняя локация с осколком. Это у нас разбитая лестница. Ох уж эти наборные мостики. Крайне надежные структуры. Так, вспомнить бы теперь, где здесь находятся ништяки. Наверное, я так полагаю, наверху. Угу. А мне сюда вообще? Я вот не уверен, что мне так по этой дороге надо идти. Ну ладно. Сейчас попробуем. Опять ангелы летают. Они сходили бы погулять. Ангелочки. Так, не сюда. О, смотри, встречающая делегация. Сколько их тут. Ну что, всех почествовал? Нет, еще трое остались. Поклонники. Еще четверо было. Трое, двое. Ну и последний. Самый важный. Всем раздал почести. Ой, ну хватит, хватит, все. На сегодня раздача автографов закончила. Закончила. Так, далее. Я вообще не хочу с ними сражаться, столько времени займет. Надеюсь, что они меня не скинут только вниз куда-нибудь. Будет обидно тогда. Тогда я точно пожалею, что не стал с ними сражаться. Ангельская музычка. Ангельские хоры. А вон там уже видать эту штуку наверху.
отсюда, но не долечу, да? Жаль. Придется идти по лестнице, как обычному смертному. Они от меня отстали, надеюсь. Птички эти. Финиш him. Как бы мне отсюда по-быстрому переместиться к Ультейну? Я не хочу пешком возвращаться. Да, отстой. Но, видимо, придется. Я же правильно понимаю, отсюда выхода-то нет. В прошлый раз мы улетели на Грифоне, если я не ошибаюсь. Ну, харе. Хулиганить. Да-да-да. Там приспичило меня стрелять, конечно. Больше как будто делать нехрен в этом мире, кроме как стрелять по мне. Нет! Я есть справедливость и правосудие в одном лице. Дайте только добраться до вашего ободончика. Бидончика. Да. Погоди, а где Вульгрим? Все правильно. Сюда. Или не все, или нет. Подожди. Внутрь. В метро! Прячемся в бомбоубежище, нахрен. Столько, кстати, прокачался меч. Почти прокачался на фул. Может быть, стоило их побить, кстати говоря. Там, наверное, прокачался. Действительно, на фул. Так, Ультейн. Где он там? Кузнечный болт. Да сколько можно-то, ну? Гребаные эти. Могу уже телепортировать. Как старого надежного клиента. Хоп, сразу и перенес. Нам приходится каждый раз бегать. Грейтингс, да. Сколько у меня душ? 7000. Не хватает. Малец. Я не уверен, что я насобираю. Никакие меня сюрпризы тут больше не ждут. Интересно, вот эти вот скульптуры с собой притаранил из своего мира. Откуда они здесь вообще взялись? Здорово! Now.
Смертокрыл, ты ли это? Сковал он нам свой убер-клинок. Что скажешь? Клинок Армагеддона перекован ультейном, единственное оружие, способное поразить разрушителя. Отстой. Я, кстати, так и не докачал свой клинок, да? Странно. Я думал, что я... Думал, до конца игры докачаю его. Ну ладно, несущественно. А, я думаю, что финальную битву и финальные ролики и катсцены и тому подобное оставлю на следующую серию, потому что сегодня я уже слишком упорот, чтобы биться с боссом еще. Так что на сегодня все. С вами был Ведьмак. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. Приходите смотреть еще. Всем пока.